Да, палаты двухместные, селим двоих сразу же. В санатории «Волга» готовы принимать тех, кто переболел коронавирусом на долечивание. Первые 23 человека уже начали курс реабилитации. Алексей Репин заболел 2 недели назад. После интенсивного лечения ему необходим курс восстанавливающих процедур. Стала спарить температура. Сделали мне флюорографию, и флюорография показала пневмонию. Вот. И меня сразу направили в 6-ю больницу, и там стали ударно лечить. И вот я поступил сюда. Тут замечательные отношения, встретили по-семейному, все проверили, все записали. Будем надеяться, что нам полечат и все процедуры пойдут в пользу. Курс реабилитации рассчитан на 2 недели и проводится комплексно. Пациенты проходят физиопроцедуры, занимаются лечебной физкультурой, посещают психолога. Нынешние заболевания очень резко снижают и активность, и дыхательные функции. Соответственно, наша задача здесь чтобы качество жизни пациентов намного улучшалось после пребывания их в стационарах, после тяжелых болезней, после реанимаций. Дополнительные места для долечивания пациентов открывают по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В санатории «Волга» подготовили 120 коек. Клинический филиал санатория «Волга» укомплектован всем необходимым современным оборудованием, медикаментами, лекарственными препаратами, а также высококвалифицированным кадром персоналом, врачами, кандидатами наук, медицинским персоналом. Для долечивания пациентов с коронавирусом в санаториях региона в ближайшее время планируется развернуть более 700 коек. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».